Так приятно наблюдать воочию средоточие самых талантливых детей региона в нашем городе. 11-й областной фестиваль инструментальных ансамблей учеников 2-4 классов школ эстетического воспитания «Струмочки» собрал в актовом зале ДМШ номер 2 в среду 18 декабря лучших маленьких виртуозов области. Напомним, что «Струмочки» проводятся раз в 2 года. Честь принимать у себя талантливых детей на этот раз выпала Измаилу. 35 творческих коллективов школ эстетического воспитания Измаила, Рени, Болграда, Килии, Татарбунар и Тарутина доказывают жюри, зрителям и друг другу, что достойно носить звание лучших из лучших. Думаю, никого не удивит, что наши коллективы снискали наибольшее количество побед и наград. Просто измельчане и так знают, что наша школа инструментальной музыки уникальна в своем роде. Итак, 4 ансамбля младших классов ДМШ имени Малаховского и 3 коллектива ДМШ номер 2 стали лауреатами этого знакового конкурса. ТШИ гордится своими новоиспеченными лауреатами. Ансамбль скрипачей младших классов «Доми Солька», фортепиано дуэтом учениц с преподавателем Марией Шкляевой и дуэтом гитаристов преподавателя Сергея Дорожко. А ДМШ номер 2 преисполнена гордости за своих лауреатов – ансамбль скрипачей «Элегия» и 2 фортепианных дуэтов под руководством Ирины Долинской. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».